НИИ БелГУ состоялось торжественное открытие недели науки, на котором лучшим студентам, аспирантам и молодым ученым вручили награды. В зале диссертационного совета собрались студенты, аспиранты, молодые ученые и преподаватели НИИ БелГУ. Начальник отдела научно-исследовательской работы Белгородского госуниверситета Александр Жихарев отметил, что неделя науки является традиционным событием, в рамках которого состоится ряд мероприятий научного и научно-популярного характера. В рамках мероприятия состоялось награждение победителей конкурса на соискание почетных званий «Студент-исследователь» и «Лучший аспирант года», набравших максимальное количество баллов по итогам рейтинга НИР в 2018 году, а также победителей университетского конкурса дипломных работ по региональной тематике в 2018 и 2019 учебном году. Были заслушаны пленарные доклады молодых ученых, победителей научно-исследовательского рейтинга студентов и аспирантов НИУ БелГУ. Отметим, что неделя науки пройдет с 10 по 17 апреля во всех институтах вуза.